Всем здравствуйте! Один из создателей театрального фестиваля «Пять вечеров» имени Александра Володина, актер, режиссер и сценарист Александр Гетман, покинул этот мир в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в субботу в официальной группе театра на Литейном, которую он возглавлял 15 лет. 12 марта 2021 года не стало Александра Владимировича Гетмана, заслуженного деятеля искусств России, актера, режиссера и киносценариста. Человека, который 15 лет возглавлял театр на Литейном, говорится в сообщении. Сценарист, театральный деятель и актер Александр Гетман родился в 1939 году. Окончил актерский и режиссерский факультеты Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии. Актерскую карьеру начал с Рижского театра русской драмы. Получив второе образование, ставил спектакли, в том числе в Ленинградском театре драмы и комедии. Руководил частью театра имени Ленинского комсомола, ныне театр «Балтийский дом», в 1970-х годах был заведующим литературной частью Малого драматического театра в 1980-х. В 1997 году Александр Гетман возглавил театр на Литейном. В годы его руководства постановки театра были отмечены тремя премиями «Золотая маска», пятью высшими театральными премиями Петербурга «Золотой софит» и государственной премией. В начале 2000-х Гетман стал одним из создателей театрального фестиваля «Пять вечеров» имени драматурга и сценариста Александра Володина, который ежегодно проходит в Петербурге с 2004 года с участием театров из многих городов страны. Он умел увлечь весь коллектив, собрать сплоченную команду творцов, не подавлять, а вести за собой и гореть идеей. Он привлек творческую молодежь, организовав проект «Мастерская театра на Литейном», где расправили крылья молодые режиссеры Андрей Прикотенко и Олег Куликов, актеры Ксения Рапопорт, Тарас Биби, Джулиана Ди Капуа, отмечается на странице театра. О времени и месте прощания с Александром Гетманом будет объявлено дополнительно. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока!